Это передается уже. Ух ты, огнемет. А. Бред. Вздыхайте, а. Грызина споткнулся. О, кот, зачем метилку? На ровном месте. О, модуль, а? Красиво. Такой оп. Подловил. Блин, меня ракет кончается. Пламя. Их брать я даже не знаю. О, нашел. Из трупа модуля достал. Ого. Короче, вы как хотите, а я за барсуком. Меня тоже прихвати. Да. А он тут один на всю карту. На бочке с топливом. Знаешь, потом как вштыривает персонажа. Кот. I believe cats can fly, да? Чё, я не понял. Ты умеешь летать? Вот, не кричи. Эй! Нифига себе. Эй, меня тут же зареспило, на тебе. Месть. Нахал. Я причем стрельнул на рандом, то есть я тебя даже не видел. Ты просто попал. Я этим стволом, по-моему, так и попадают. Блин, заметил, черт. Блин, нашел так и со спины. Уже прицелился практически и стрельнул чуть пораньше. Блин, у меня патрон кончились, отстань. Кому там барсука-то? О, Сегнеса с помощью этой штуки убил. Которая желтую фигню выстрелила. Да ё-моё. Кот, я как раз таки слушаю этот... Это песня, которую ты только что описал в чате. О, спасибо за ракетницу. О, 58 ракет. Неплохо. Не жирно ли? Неплохо. А это модуль бегал или не модуль? Не знаю. Это белка бегал. Не жирно ли? Белка бегал. Не знаю, у белки спроси, не жирно ли не был. Жирная белка. Мне нормально. Жирная белка. Мне норм. А! Мне бы выжить теперь только с этим ценным грузом. Да чтоб ты на тебя охотили сомалийские пираты. Я модуль убиваю последний рейн только. Модуль побольше хочет засветиться в записи. Накручивает индекс. Это его звезды. Crazy Night тоже что-то. Единственное, где я засветился на записи, так только тогда, когда я тебя в рукопашке убил. А, я нашел. Нет, я нашел черепка, не барсука. Ну, все равно неплохо. Сейчас кого-нибудь убью, например, модуля какого-нибудь. Нет, это был белка. Прости, белка. Вау! Блин, Сигнес, ты злодей. Я так понял, у тебя цели все-таки придрочиться к этой пушке, да? И по чуть-чуть. Да ты издеваешься, что ли? Хотя я там
косяков, может, чуть-чуть. Ты издеваешься? Нельзя. Или ты все-таки ракеты имеешь в виду? Ракет, ракет. А, я думаю, кол. Не, я считаю рокет, но как-то убивает меня непонятно. Думал, что у меня ракета. В смысле, кол. Я так еще отлетал в сторону. Ай, ай, мне все кончилось, отстань. Дай уйти, нет. Черт. Блин. Черт. Я забегаю с 5 ракетами. Бац, 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 все, нет ракет. Я барсука взял. Почти добрался. У меня хотя бы ракеты теперь есть. Вау, 2 экрана. Ай! Ай! Ай-ай! Иди нафиг! Сранец. О, 69 ракет, все. Сейчас будете страдать. Нет, если я буду со своей рукопашкой. Так я тебя в спину тогда убил, как ты меня мог добраться с рукопашкой? Нет, хотя мог, конечно. Теоретически. Механик, механик, механик рокета. Класс. Хорошее оружие. А, я нашел, где ракетницы хранятся. Окей. Кстати говоря, поговаривают, что Days будет 20-30 там как-то отдельно. Да и пол с ним. Че-че? Фиг с ним, говорю. А, окей. Будет и будет, как бы. Может, прикупим. Может, не прикупим. Да хватит прыгать! Черт, блин. Ой. Ёлка, ты совсем что ли дохнул? Блин, да. Меня стегнет. Колбал. Отнял мою ракетницу. Сколько там ракет? Эй, за меня быстро убить. Как ты мог просрать такое сокровище? Этот белка, красиво взял. Так я уже его убил перед этим как-то. Видимо, он сзади отрезал. Хватит сзади бегать мне, а? Ракета кончилась. Что там наверху? Хорош. Мой, это мой череп. Дался вам этот череп. А с ним знаешь, как хорошо. Знаю. А еще тут гранат хороший. Лол. 57 колов, офигеть. Мне в чате надоело. Ужас. Святое дело. Да. Там скучно. Да, сам с собой вообще как бы не весело. Во-во. Да кот. Хватит прыгать. Да срань. Кот. Белка, что ли? А, чё? Нет, да сейчас. Да, батарка, давай. Давай, включай через наушники. Нет, не хочу. Чёрт, у меня патроны кончились, чё-то везде. Я лучше Армагеддон у этой... Да. Или как... О, апокалиптики, Армагеддон включу. Актуальненько. Уху! Ритр упоролся, да? Бывает. Да блин! Да, у меня как раз патрон кончился, когда в задницу. Ну, когда в задницу, да. Да я, блин, я только вышел на траекторию четкой, чтобы белки засадить, блин. Да я понял. Блин. Какой ты извращенец, однако. Я нормальный. Нормальный. Это вы тут при фразе засадить кол в задницу. Нифига себе, нормальная фраза какая. Что-то вы думаете. В рамках игры Painkiller она... Хватит мне засаживать в задницу, Crazy Nice. Она звучит нормально. У меня.
Так, у кого ракетник 50 ракет? Меня. Еп. Камцумир. Какой был вопрос? Да ну нафиг. Пока, блин, переключишь оружие. Где все, я не понял. А, нет! Кот, нет! Блин. Выключите только. Это кот. Кот, ну не надо так, а. Окей. Давай завтра с тобой встретимся, ты будешь так же издеваться надо мной. Ну ты дай ему за ФКД не включил. Сейчас включу. А лучше кое-что другое включу. Блин, ты подпрыгнул, ушел, у меня из области. Ай. Ой. Так, дайте мне ракет, хватит. Риттер опять свернулся. Да. У меня не было патронов. А этот каламет от слова кал. Я не хочу использовать. Нет, чувак с ракетницей и броней золотой, иди нафиг, пожалуйста. Нет. Блин. Я не хочу с такими иметь дело. Кот. Да. Я лучше не сефиром сейчас включу. Кот Вероника. Кот, ты же не против, да? Кот рыба меч. Это еще. Кот да Винчи. Хватит прыгать, эй, ты. Ты прыгал. Лол. Не, ну я тоже прыгать умею. Попрыгали. Сегнес, что ты как не уверенно прыгаешь. Да я оружие переключил. Да вот тут. Да, ты. Риттер, хорош. Идите нафиг. Хорош. Скинь мне в контакты. Да ну хорош. Скинь в контакты. Патихар. Скинь в контакты. Патихар, это порнография какая-то. Венсиферум. Да я хоть. Да лучше скинь. Сейчас сейчас. Хоть кальциферум, я не знаю. Венсиферум, молчать механик. Мне пофигу, молчать. Кальцифер. Сейчас кофе тебе скину. Убил, как этот убился об моей ракете. Я даже не заметил. Вот этих ты скинул. Окей. Модуль провентилировался, Агнес. Не, лучше в контакт, чтобы я не забыл. Либо ВЛС там, ну, песню кинуть фану. Ну, сколько... У белки патронов было хорошо. Пацаны, в чем практическая значимость измерения характеристик магнитного поля Земли? Ты с какой целью интересуешься? Сам не знаю. Не убежал. Ну, ты знаешь, расскажешь. Окей. Это ты что, Сегнис, вытворил? На, я пробовал. Спасибо просто. За команду. Что ты пробовал? И пробую, я говорю, я про. А, я про? Лайк, like про. Чё ты не про как-то? Ну, бывает, да. И тогда можно расслабиться. Расслабиться, что ж всё нагибать-то? Ну да. Вот он, не попрыгал. Слушайте, а здесь прикольная распрыжка. Она простая, как 2 рубля.
быстрая. Ну то есть в кулаке там надо вместе распрыгивать. Здесь не надо. Это я здесь не понял. Нужно... Здесь нужно просто пробел задержать. Ну да, а там нужно прям. Что это было? Ну, я объяснил, как нужно кулаки делать. Чуть-чуть. А в Думе третьем говнецо мультиплеер? Да, ну так. Что? А в Думе третьем говнецо мультиплеер? Нет, всё. И он там только на 6 человек. Ну, учитывая, что у нас в ТС, да, 7 человек, я не играю. У нас сейчас 5 в игре. Сейчас я зайду. Я свернулся и не развернулся. Подлюка! Надо было сразу компьютер загружать. Нет, спасибо. Че, я сам себя убил. Блин. У нас тут Сегасом был батл. Я что-то мазал. А, вот вижу этого барсука вашего. Так, как забраться туда? Я вижу. Че, взял я вашего барсука и что дальше? Может, звук включить? Короче, ваш барсук. Не хочу с ним иметь ничего общего. Он дамаг неплохо поднимает. Да понятно, ну только когда у тебя коломет, которым хрен попадешь, и ближнее оружие, которым нужно еще подобраться, оно, знаешь, дамаг влияет. Так, сюрикены. А пока. Я хочу сюрикены, нет. Блин, модуль зажег. Ай! Какая задница? А, из пулемета стреляют мне в жопу, я буду шубить в кислоте. Фу, механик. Да, это как сейчас в танках модно утапливаться. Чего? Чтобы за ремонт не платить. У меня какой-то нет-террор. Мне тоже. Ну, карта меняется, бывает, выкидывает. Ой, ладно, сейчас переподключусь. Это ты так отправился, механик? Ты уж так кикнул нас? Да. Вы мне надоели. Не знал. Нет. Я хочу полное доминирование устроить. Буду один играть. Проиграешь. Второе место займешь, я уверен. Окей. Первое место механик. Второе место механик. Да. Не, первое место будет пустым. А ты будешь вторым. Окей. Как вариант. Эй, ты где? Куда ты упрыгал? Да стой ты на месте! Да все это говно. Дай я тоже прыгну. Куда ты нажимать? Механик, опять тот же нет-эррор. Чё за хрень? Не знаю, чё за хрень. Крэзинек играет. Я не могу. Карта стандартная. Наверное, ну да, я уже удалил все лишние. Ну тогда же у тебя другая ошибка была по поводу карты. Ну давай сейчас сменим карту, чё? Ай. Да, не. Да, прошлую или какую-нибудь еще. Никто не может зайти. Да. А может какой-нибудь Capture the Flag? Сколько у нас человек? 6? Или сколько? Я через 15 минут пойду. Уроки джам. Фактория. Не, там нужен целый режим менять для этого. Давай. Нет, просто карту поменяй и все. Даем. Как скажешь. А для Capture the Flag не надо менять режим. Нет, для Capture the Flag тоже надо менять режим. Ну вот. Ну. Блин. Ну сейчас после этой карты, да. Модуль зашел, значит все остальные тоже зайдут. Ялка. Риттер. Ау, заходи. Че, режим сменили? Нет, ничего не сменили, карту сменили. Я сейчас специально не зайду. Твои проблемы.
Эй! Your CDK is currently in use. Да тут четко. То, что уже стимовский хвалит. Ух, воу. Боже мой, механик, ты что наделал? Тебя забанили. За что? За этот твой, как его? За Steam. Нет. Ясно. Ну, как ты там играл, включал эту фигню свою? Какую? Ну, я не помню. Ну, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Такая вот музыка была. Ну, конечно. Или Вилли такая. Фолк, фолк-метал, или как он там называется. Да-да-да. Ты впервые произнес правильно. А я ни разу, блин, не произносил до этого. Ну, в принципе, да, ты прав, конечно, то, что это было впервые. Эй, ой, а чё, у меня FPS упали? Ой, как всё плохо. Тормозит. Ай, хватит мне бежать. У меня всё тормозит. Белка ушёл. А чё, белка ушёл? Бельчонок обиделся. Блин, чё с FPS? О, все, отпустил. Механики лагает пейнкиллер. Боже мой. Да чё, блин, шляпа вообще. Я начинаю верить в 21 декабря. Я тоже. Ну, когда я в пол смотрю, у меня, в принципе, не лагает. Хотя нет, лагает. Во всех играх так. Нет, тоже лагает. Блин, а то ли фраг останавливает, то ли... О! Нет. Блин, отпускает на пару секунд, и снова начинается. Еще убивается от меня кто-то. Да. Будряю. Где там? Ладно, мне в принципе не привыкать к лагам, но что-то не очень приятно. Как бы еще на записи все это тоже не выглядело так же рваненько. Блин. Что ты такое? И одну ракету выстрелил, ты умираешь. Хорош. А, черт, у меня ракеты кончились. Ай, ай, ай. Всем привет. О, Сигнис мне ракет подвез, спасибо. Они как раз закончились. Ай, 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 ай. О, я взял какой-то этот бонус. По крайней мере, экран загорелся красненький. Блин, а сколько же у меня лагает, просто пипец. Написано 20 FPS, а такое чувство, что FPS 3, наверное. Вообще невозможно стрелять. Только ракетница, которая по барабану куда попадет. Каким-то этим колометом, так вообще невозможно. Барсуки. Да я даже не понял, кто меня убил. То ли ты, то ли там слева кто-то был. Вау. Давай. Ай, ой, ай, ой. Блин, иди нафиг.
Ай, блин, я прыгнул на эту штуку снизу и ускился в неё. Просто у меня мало хп осталось, чёрт. Дай ты своё сделал, дело сделал. Да хватит прыгать. Прыгнул. Опять попрыгал. Прыгай отсюда. У меня кроме кола ничего нету. Даже убить нечего. У меня даже кол кончился уже. Он меня, кстати, отпустило все-таки. 170 FPS. Ура. Да идите вы в задницу. Меня загнобили вообще. Нет карты. Я наткнулся со сторон. Блин, скажи, чтобы у меня три человека убивать модули. Вы что там? Давайте, убивайте модули тоже. Блин, на 5 хп было. Блин. Ура. Зажигать. Уай. И нафиг. Кто бы ты ни был. Скорее всего, это Сегнис какой-нибудь. Нет, это не я. Нет. Это я. Нет. Динайк был. Да. Мне тут кое-что есть. Ух ты, тут ракетка валяется. У этого подъемничка. Я взял барсука. Че, у меня 200 сюрикенов. Ну где все-то? Блин, у меня сейчас скоро эффекты пройдут. Первый пошел. Я вижу второго. Иди сюда. Второй оказался этим. Третий долго убегал. Чёрт, оказался тем же. Так, у меня есть еще чего сказать. Вот и Crazy Nike вошел в лигу пятерых. Я хотел забрать своего барсука. Ой, барсук уже мой. О, кого я вижу, привет. Убери этот ток, убери! Как-то вы попарно очень убиваетесь. Сейчас нарушим это. Нет, меня убивать не надо для этого. Ну вот Сегнис, ну, так, еще раз должен Сегнис умереть теперь. Черт, у меня это... 1 хп. Черт, у меня 0 хп. Ну, серия неплохая была. В общем, целый. Ну, 18 ракет, отлично. Барс, иди ко мне. А, черт, я убился об землю. Блин, гениально.
Был 25 ракет. Полная жизнь. Так, два раза об землю упал, и все. Отстой, да. КСО. О, 90 на ракету, слушай. Хороший сам ракет... в шоке. Ракетница лежала. Моя. Специально для тебя принес. Спасибо, тут мне ее отобрали, верни. Бери у того, кто отобрал у меня ее, и верни. Этот коломет мне уже надоел. Да ну нафиг. Я не успел просто поменять оружие даже. Что у меня есть? Эй! Ты наглый. Опа! Мне портит прям. Так я модуль подвою, хорошо. Да блин, я споткнулся. Так, ты не модуль. Блин, ты модуль. Ты что, ты где со мной? Ты не моя ракетница. Так, барсуки, идите сюда. Я тут кое-что для вас есть. У меня свой барсук. Не, мой барсук круче твоего. Согласен. Ну я, собственно, покажу вечером всем удачи. Давай, давай, пока. Да блин, пацаны, ну у меня барсук скоро кончится. О, вижу кого-то. Там было 100 ракет в моей ракетнице, да. 25, да, какие-то. А. Его. А, мод для себя и меня убил? Молодец. Тоже эффективно. Я подобрал 5, сейчас 3 ракетницы на этом месте. Как раз на том. Так что у меня сейчас 93 ракеты. Для злобного убийства Сегнеса. Так. Я не могу вспомнить. Эй, вы открылись тут. Идите нафиг. Я Крэзинек меня спас. Блин. Боюсь, Марк расстроится, мы тут без него барсуков употребляем. Да. Ну это его проблема, то что он на игрище не ходит. Нас тут барсуков наливают. Хе-хе, привет! Засранец. Тут как раз барсук появился. Блин, с бурсуком по лаве вообще не пробежишь, ничего не видно. Ты просто горит делом. Стой, 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 кто бы ты ни был. Как обычно. Как обычно. Если здесь? Я, в смысле, я умираю. А, как ну... только появляется почти. Ну тут, знаешь, не одинок. Ну и тоже такое бывает. Иди нафиг. Это мы с кем такие логичные. Скажу. Сейчас механик пробегает, забирает барсука, убегает, мы трупы. Хватит. Модуль. One more time. Ну где вы со своими брусуками? Бегу, бегу! Беги. Прибежал, увидел тебя, убегаю.
сейчас сделал, что это я. От тебя ракетами и смазкой пахнет. Окей. Ракетным топливом. А, нет, это был модуль. Ну вот, ложная тревога. О, смотри-ка. Судьба. Я сам тебя нашел. Ну, брусаки-то у тебя кончились уже? Уже давно. Ну вот, нафиг ты мне нужен тогда. О, у меня, кажется, 100 ракет. Кстати, барсуки не дропаются вроде бы. Не дропаются, это специально убрано у меня. Механик, вот. Остановись, я тебе барсука несу. А, окей, давай. А нет, я жадный. Принес. Ты злой. Ты даже не задел меня. Ты когда нечем стрелять-то? Ну это да. Ну там эта фигня рядом со мной много раз пролетала. Ох уж эти коррупционеры. О, Сигнус даже попал у меня из этой штуки. У меня было 200 брони, 200 жизней. Это у меня было... Опять? Окей. Чё, это опять здесь? Эй, ай-яй-яй, у меня мало жизней, мало жизней, мало жизней, не хочу умирать. Ай. Стрела. Нет, ты не слышал. Так, иди отсюда. Стрела. Ай, ой, ай, ой. Тихо ты. Без истерик. Фу, я успел взять. Ох, как разлетелся на части, хорошо. Так, хватит меня убивать. Пойду за 200 жизней. Сигнис. Да-да, я тоже рад. Эй, хватит тырить мой здесь. Да, ну я помолвся. Ты... Хорошо получилось. Палил, палил, но я успел. Ладно. Вот это сейчас круто было. Спалил этим колом тебя убил, с тебя выпал ракетница, и я ракетница убил модуль. Я иду в зал. Это такой комбарь прям был. Ой, нет. Ой, нет. Иди отсюда. Иди отсюда со своей... Ой, и ты тоже иди отсюда. Блин. Чёрт, ты не там вышел, где я планировал. Иди отсюда. Я там выцепил много ракет. Нет, не оправдал моих ожиданий. Я исправлюсь. И... Цену тебе нафиг. Осталось минута. Ай, ой, я упал. Да. На. Класс. Вообще лепота. Виктор нам ББ написал. Давай, пока. Пока. Кстати, что там говорит Москва? По поводу? По поводу времени. 21 час 36 минут. То есть играем где-то час. Хорошего. Да. 5-9 ракет. Get over here. 2 секунды. 1 секунда. Я успею. Нет, я не успел. Такая здесь музыка. Нет, не такая. Она пум-пум-пум, пуда-пум, и все, и такая вот повторяется, что.
Хорош. Ладно. Так. Ален 2. То есть, по идее, те же... пиролипсоидальные фигуры, только в профиль. 3, 2, 1. Нет, я не хочу убирать. Нет. Нет. Тут 200 хп как-то расположено в лаве. Не то. Оу, есть, Сегас. Рандом. Зато бурсаки вместо брони. Чё, рандом? Все чётки... Я, кстати, один раз чуть тоже не попал на это. Какой-то бешеный с ракетами вокруг меня прыгал. Крейзи Найгли. Ты, конечно, не стреляешь. Ну снимите меня же. Нет, на патрон кончились. Это что такое? Это шито. Да блин. Я почти добрал. Наконец-то я вас могу слышать. А до этого? Пулемет. Эй! О, а тут типа закрытый кусок этой карты. Ворот какие-то. Тюрикены! Ангай! А, вот он что. Эй, кто там прилетел? Да хватит, прыгай! Кто бы ты ни был. Да ну нафиг. Фигня как получилось. Эй, блин. Один фраг и тот Сегнис, ну. Так, дайте мне оружие нормально. Ух ты, а сердце тут прикольно расположено. А как дальше? Назад сказать. Лаву. Не, лаву нет. Тут два сердца, кстати. Фух. Это было круто. Чуть было не было, называется. Не плюйся. Да что же это такое? Да как это? Я кого-то завидел. Давай, по лаве. Прыгай. Ах, да ну хорош. Блин, я упал. Я сам не знаю, где я. Достал таки. Так, 6 ракет. Чё-то тебе мало ракет. Отлично. 3 ракеты, 9 ракет. Вообще непонятно. Вот ты какой, Крэзинэйк. Какой? Молодой. Это мой брат. Тот, который меня хлопает. Лапает? Гопает. Ну, долгая история. От слова хлопник. Тебя гопает брат? Да. Нормально. Причем младший. Да, да. Да. Сегнис, хватит мне убиваться.
Ты не понимаешь, что этот выбор невелик, но что-то... Пистил. Так, и где вы все? И как золотую броню взять, а? О! А, это, не, во-первых, не золотая, а бронзовая. Во-вторых, рокет-джамп! Ох, ёпты! Чё, перелетел я. Да, рокет-джамп... 250 хп. Это на это. Нет, 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 нет! И не говори. Барсук! А, вон золотая броня. Я тут в текстурку как-то залез. Все печально. Блин! Блин, я в кислоту упал. Нет! 4 хп. Так, ты где там? Я кого-то видел здесь. Пропал. Барсук. О, я увидел кого-то. Ай, ой, ай, ой, больно. Всех провентилировал. Только Сегнис куда-то пропал. Да блин. Мне же даже вроде и момент подгадал. Ох. Серо. Отлично вообще. Там пытается допрыгнуть. Ай! Ну вот когда бежишь прямолинейно, конечно, проще всего на заднем виде. Отсюда. Барсуки мод. Да. Где вы? Окей, ну почему когда беру барсуков, сразу попадаете. Нет, не убивай меня. А, у тебя ракета кончилась. Хе-хе-хе. Или как майор, майор Пейн смеялся. Ну, у него лучше получалось, конечно. Не убежишь, не убежишь. Давно тебя не видел. Кстати, Сегнис. А? Ты озабочен тем, что проект против Америки называется «Дело Димы Яковлева»? Нет. Нет? Нет. Хорошо. Хорошо. Мальчика, которого заперли в машине. Эй, ты откуда взялся, Крейзи?
Я стрелял всех, где собак скрыть, и как меня убился. И модуль... А, нет. Модуль... Вот файр, это я убил собак, да. Ended Sickness Misery. Так. Понимаешь, я в тебя столько стрелял, целился. Все ноги поперёк. Ух ты, слушай, крадинок, это было круто. Я просто так стрельнул. Это ж не то, что ты там прыгаешь. Ну ничего себе. Сам в шоке. Эй, кто там? Мне кто-то стреляет. Кстати говоря, я вот подумал в тот раз насчет вырезки, типа там лучшие моменты в Рич, можно было бы разобраться тем, кому интересно, это, короче, по одному выпуску их Рич, допустим, и поискать там лучшие моменты, позаписывать, а потом ты, сказали бы ему. Ты не кричи так только. А я в наушниках. Ты реально проорал просто это все. Да, по крайней мере, не показался. Ну да, есть такой, конечно, вариант. Ну, я надеялся на кота, но кот этот. У кота лабы по физике. Да потом у кота. Everyday. У него просто. Просаживает жизнь просто так. Да. В никуда. Да. Какой-то институт. Что? Нам легко с тобой говорить, да? Питер вернулся что-то. Да, механики спросить, стоит ли мне брать Faster Than Light? Ну да. В чем смысл игры? Расскажи, пожалуйста. Ну я ж, по-моему, писал. Нет, да, ты писал, мне лень было читать. Расскажи, ну, в двух предложениях. Ну, смысл игры в том, что ты летишь на корабле. Ну, знаешь, она. Она во многом рандомная, во многом хардкорная. Короче, летишь на корабле. Я даю начальник. И тебе нужно типа долететь до конца. Ну просто у тебя цель долететь до конца и спасти там корабль Федерации. Вот, чтобы это сделать, ты по пути летишь там, сквозь всякие эти миры и убиваешь врагов. Ну, вражеские корабли. Различными способами там. Вот и, собственно, фишка в том, что там полностью все события рандомны, то есть нету повторяющихся игр вообще. Разные можно наборы кораблей собирать. Ну, изначально там один, потом появляется второй Энджи. Вот он мне больше всего нравится. То есть, например, можно эти врагов убивать. Например, разрушая ракеты и щиты, а потом лазером убивать его. Либо на Энджи корабле ты ионной пушкой выключаешь щиты, а твои дроны стреляют по нему. И там все что угодно тоже. Например, на корабле может случиться пожар. Его можно затушить экипажем, а можно открыть шлюзы и вакуум проникнуть в эти шлюзы, соответственно, кислород убрав, тогда огонь прекратится. Ну, короче, там она очень такая богатая. Но она сложная, и я еще ни разу не прошел часов из-за 15, наверное. Больше я, конечно, такой балбес. Хотя я доходил до конца, но слил в конце. Два предложения? Не, я не слышал. Ну, да ее не... Ну, я могу одно предложение сказать. Это сэндбоксовое РПГ на космических кораблях. А цивилизация? А? Цивилизация. А что цивилизация? Цивилизация это стратегия. Тактическая стратегия? Нет, ну, не тактическая, она стратегическая стратегия. Про цивилизацию. Про развитие цивилизации древнего мира. Я, по-моему, не то сказал. Я хотел спросить про Warhammer Space Marine. Никто не играл. Неплохо ошибся так. Я вас сейчас не играл. Ну он такой, я так понимаю, для фанатов Warhammer, не? Это. Первый он больше RTS-ный, такой классический RTS. Warhammer 40 Он про Space Marine. Он про Space Marine спрашивает. А, Space Marine, это ну, где я, этим? Я в него тоже играл. Ну,
чисто для, ну, правильно, механик сказал, что для фанатов, но там мясо, конечно, просто такое бездумное. Если нравится. Короче, это Gears of War, мужики в броне, во вселенной Warhammer. Кто-то был круто, вот, извини. Я знаю. Купи шапку в Team Fortress, успокойся. Нет, я ненавижу Team Fortress. Стоит ли мне брать Space Marine? Нет, не стоит. Это Gears of War тот же самый. Ну то есть мужики в бронях, да, за императора. Давай. Против еретиков. Против еретиков, да. Ну ты не читал ни одной книги про Warhammer там? Нет, я в остальную игру играл. Ну, хоть что-то, а вселенная тебе это как-то. Ты дождался, крайняк. Да-да. Но если вселенная нравится, то я думаю, что брать стоит. Если вообще никакого отношения не имеешь к этому и не нравится, то... Да не, а как больше вселенная не нравится? Вселенная там такая, как она своей брутальностью просто даже. Ну она брутальная, пафосная такая. Где отстреливаются, стоят на трупах друг друга там и так далее. Это да. Да меня тут просто друг уже уговаривает. Пишет, когда там... Вернешься, когда будем в этот Space. Когда Space Marine купишь, будем играть. И тем более я и показывался. У нас отдельная команда есть на это. Molten Blade Apollonic War. Этот создали. Полк. Он там уже так полгода не появлялся. Когда появится, уже выписывать хотя. Загулял. Нет. Как тебя? Выписывают уже. Из больницы. Нет. Из состава. Интересно, меня выписали или нет, сейчас надо бы посмотреть. Да ну тебя нафиг, не дали. Я чуть-чуть помазал. О, тут Пати Хард. Дайте мне тоже. Все, погнали. Первый пошел. У меня патроны кончились. Так что второй не успел пойти. Да подожди. Да подожди ты, дай мне взять пушку. Кстати говоря, вот я спрашивал там другу игры, он в итоге, не знаю откуда, решил поиграть в Gears of War. Так он мне теперь все уши прожужжал. А, ну там тоже кооп, да. Ну, я думал, речь-то о ПК идет, поэтому... А, подожди, на ПК что уже есть? Там есть какая-то часть Gears of War? Первая, по-моему, или вторая тоже. Третья, по-моему, точно выходит. Просто я первый играл на Игромире 2007. Да вам! Еще играл в косынку на Игромире 2007, разложил. По три карты такой чуть-чуть. Там, короче, этот Microsoft Flight Simulator был вообще запущен. Но на одной почему-то он выключен был. И я там винда обычная взял, запустил косынку, прошел ее. На Игромире сходил. Мы сейчас над этим сменили. Разведет? Зачем, бля? Раз в жопу. Оу. Механик, подержи микрофон включенным, пожалуйста. Зачем? Это не он. Это не у меня, это Крузинайка. А, Крузинайка, ладно. Да. Как только так сразу. Тогда механик, ладно, ты подержи. Будьте подержать. Микрофон включен. Зачем? Неохот послушать. Кого? Не знаю. Так вот есть. Вот я не знаю, мне никого в комнате нет. Я глюки. Не тебе, я говорю, Крузинайка. Ты офигел. Это геноцид механиков. Вот такая же кодовая система, как и в первом толпе. Дашь поиграть? Тебя за спину противник выкидывает. Да блин, я сам себя убиваю чаще, чем кого-то другого. Крузинайк, дай ребенку поиграть. Он еще всех наметал. А то ты что-то сливаешься там. А, нет, ты не сливаешься, там есть черт. Ну, ты сливаешься. Нет, ты сливаешься, да. Ладно. От всё, меня просто ребёнка. Брат ушел. Он ушел. Он расстроился. Ох, как по заднице тебе, сука, хорошо. Конечно,
пятки поджарилось. Ты вскинув это, руки такой, йо-хоу! От радости. О, вернулся. Дай поиграть. Чё? Дай ему поиграть. Скатера. Тоже, но поиграть-то дай. Вы знаете, что такое батла в соцсетях? Что батла в соцсетях? Вот эта игра ужасная, так он в нее режется у меня. Батла на тетрадке, что ли? Да не батла, а батла. Там долгая история. Я понял, что батла. То есть я тебя убил, или как там? Не батла. Там Л. Да я понял, что батла, я и говорю батла. Вот, короче, это крутая карта, где только коломет. Так, ладно, я пошел от вас, давайте. Куда ты пошел от нас? Это самая интересная карта. Дай брату поиграть вообще. Ладно, смотрите, я выступаю ему. Давай. Сань. И микрофон. Сколько ты ему, братишки, лет? 4. Ай, блин. Ну, вот ты... столько же, сколько и моему. Круто. Давай сведем их. Ты в песочнице сидишь. Дурак, что ли? Это звучало неоднозначно. Очень. Да просто ты такой испорченный механик. Да, зажать ты все. Мы все испорчены. Но об этом сказал лишь механик. Хорошо. Ай. Нет, ты все же сказал, что это звучало неоднозначно. Это могло означать все, что угодно. Вот сейчас мой брат. Это был мой брат. Не греми. Ага, модуль нуб. Черт. Че такое? Тебя убил брат Крызинайка. Окей. Нет. Ай. Ладно, всем пока. Я пошел. Пока. Давай. Пока. Ай! Фух, чуть не упал. Самый краешек зацепился. Привет. Отлично. Вышел подышать. Ай! Блин, я упал. Черт. Сделай за билдинг. Да хватит бегать в разные стороны. Мне приятнее, когда вот так вот как-то, да. Ох, понеслась. Ты что? А? А! Нет! Да, мы друг друга убили, смотри. Класс. Слушай, Сегнис тебе что-то не везет. Ох, ё. Механик, ты нуб. Чё-то я нуб. А, меня убили? Да, между прочим. А, меня телефрагом убили. Я стоял на месте этого телепорта, и он вошел в меня. Это ладно. Со времен Кваки такая есть штука, телефраг. Я не прочитал. Сижу далеко от экрана. Так, у вас тут 5 карт, смотри, внизу. Давайте развлечемся. Блин, Сегнис тоже с тобой, смотри. Блин, слушай, с этим оружием прикольно, вот именно, когда все ханут. Да. На таком открытом пространстве. И никогда ни брони, ничего нету. Стырил враг так. Чё, пыришь? Ай. Куда? Попал! Да. Бе-бе-бе, да. Не то слово вообще.
Да иди отсюда. Сигнал снимался. Ай, у меня патроны кончились, чё? Чего? Попозже. Оп. Да, достойная смена мне растет. О, убил Сегнес. Наоборот, вообще-то. Нет. Крэйзи Найк убил Сегнес, Сегнес убил Крэйзи Найк. А, да? Да. Не. Сколько эмоций, а? Вот, вот с кем надо играть, а то все молчите тут. Вот, хватит бегать. А, тут же есть броня, точно. О, модуль взорвал. На тебе. На тебе. Точно. Темно. Черт, кто-то стырил. Ой. Ага, а я нож в этот и по бочке, и думаю, и чё это я умер? Этот меня. Телефрагом убил, то есть я встал на то место. Да блин! Походу. Он по крыше прыгает. Эй, а ну иди отсюда, крыша. Фух. Вытянул. Слушай, Сигнес, ты сливаешься. Я что-то совсем... Это расслабился. Так меня этим колом хорошо убивал. Макроди на кому прыгал. За границу карты. Давай отсюда иди. Yes. Ой. Злодей. Блин. Блин, два раза уже упал меня. Да ё-моё. В игрищах уже участвовали дети, остались женщины и старики. Наш форум не щадит никого. Какие, да, вот у нас этот... Сегнес старик. Ага. Старикан. Эй, у меня патроны кончились. Что я думаю? Долго он бегал, пытался догнать меня. Сверху что ли, блин? Ну где же? Мне наверху вообще комфортно. Ой. У нас это последний игрищ в этом сезоне? Нет, следующий последний. Конец света. Ну только они будут уже после конца света. Там что-то в 10 утра, по-моему.
Когда все будет рушиться. Да, 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 да. Когда будет рушиться, мы в игре. Бум. У меня класс сухо прогонял, типа того, будет полная тьма. Я вообще срался там жестоко. Что, реально? Да, блин, вру. Наверьте. Че, на свечку купила? Да. Керосин в городе весит? Ох, как я хорошо попал. Вообще класс. Как снайпер. Да и вообще. Ауч. Больно было. Да хватит в эту дырку прыгать, я в тебя попасть не могу. Ну вот. Дай. Да ну что ж так. Закончилась череда. Тэн. Ай. Он там сидит, засрать. В этой штуке. А, мне нечем пострелять. Ауч. Да неужели? Блин, я только подошел к модулю. Игнат, да. Воду воровал фраг. Механик, а ты уже придумал, в чё будем играть? Ну, вариантов несколько. Либо аутентичный там у днём Left 4 Dead, либо Pony Side 2, либо Arma 1. Вот такие дела. Arma вряд ли. Она всё-таки такая, геморройненькая. А может что-нибудь апокалиптическое. Ну, Left 4 Dead. Ты тоже неправильно сказал. Я правильно сказал. Апокалиптическое? Да. Апокалипсис. Ну и что? Апокалиптическое, говорится. Ну ладно. Апокалипсическое, что ли? Эпилепсия. Да вот как-то так получается. Ну не знаю, для меня Left 4 Dead это... не особо такое. Ну что, зомби, все дела. Ну не знаю, ну не Fallout же нам играть. Второй, а чё бы какой-то... нет? Не, ну можно, конечно, тактик, но я не знаю, как в него по сети играть. И всем ли это понравится. Тегнис, молодец. Я не знал просто, как оттуда выбираться. Ну ты подловил момент, значит. Кстати говоря, а Planet Side разве в Steam не была для скачки? Была. А ну, сейчас её нет? Она фри-ту-плей игра вообще. Я что-то её в тот раз искал, не нашел. Ох, как я хорошо по Крузинейку попал. Не совсем. Не-не, есть она. Ну, я понимаю. Не, она есть там. Она фри-ту-плей. Там лаунчер качается все, по-моему, или... Нет, он даже весь клиент качается. Да, по-моему, весь клиент. Я в тот раз какой-то Planet Earth, по-моему, пытался скачать это, она выходила с модами для Source, так там какая-то такая, это, беготня, тоже с этими лаунчерами, зачем это делается? А, Planet Earth, да, есть такая. Да-да-да. Ну это совсем мой RPG такая, наглухо, в неё качаться надо там. А Pony Side, например, это такой
Ну я смотрел. Он не сессионный, он постоянно как бы идет, да. Но там можно реально сгруппироваться, например, в одной точке попробовать и, например, и толпой бегать, захватывать. Правда, не знаю, вариант этот как бы с одной точки интересен, с той, что там не геморрой никакого для меня и для кого-то другого. Опа. Фиг, не злодей. Успел выхватить, что ли, этот пол? Ты, по-моему, с этим был. Или ты меня сзади убил вообще? Кто? Игнис. Я бежал на чувака с зубом. С единичкой. Стреляю и бац, умираю. Я с балкона тебя выстрелил. А, все, ну значит, я и думаю, как ты. Как ты человек меня с этим мог. Ну, я же там же написано, чем убил. По сути. Блин, ладно, гоняюсь за 4-летним ребенком, блин, и радуюсь. У него 4 фрага. Кстати, 2 из них я точно знаю, что это ты. Один я телефрагом. Кто еще один? Ай, ай, модуль. Нет, ах. Класс, я скинул. Ну не факт, что модуль. Не, я запомнил. Да? Да. Значит, Сегнис пока больше... Ох! У вас вообще сейчас был фраг. Ну, в принципе, если делать нарезку, то уже даже из 2 сезонов можно нарезать. Из 2 сезонов там можно такое хорошее нарезать. Много работы довольно. Да, просмотреть все. Я... часть моментов, конечно, помню, но... Даже по времени, но вот... Один я это не сделал, хотя бы потому, что я в этих редакторах, ну, так, разбираюсь постольку-постольку, ну, то есть, как в фотошопе я разбираюсь, примерно так же я в видеоредакторе разбираюсь, склеить могу там, короче, что-то приличное сделать, чтобы это выглядело, хотя бы не как в Movie Maker, там, где Arial шрифтом заголовок написан, короче, вот так вот уже... Так не надо делать, а... Я по-другому вряд ли... Механик! Что? А там что-то такой махач был хороший, да, даже этот. Ты же не понял. Я бы взялся, но у меня, блин, комп слабоват. Рендерить будет долго, и интернет, опять же, надо скачать же их. Они не маленькие. Ну да, там до 10 гигов доходит максимально. Ну сейчас вот 1800 я делаю. Весь второй сезон. Первый 720, второй 1800. Ну я видюху все новую прикрутил. Поэтому начал такие снимать. Ай! Ой. Как вариант я могу попробовать сделать вот эту вот нарезку. Ну, не нарезку, а заголовка. Всякую вот эту атрибутику. Ну, да... чисто попробовать показать вам. Титульный экран даже я могу сделать в каком-нибудь After Effects и прочее там, чтобы наезды, вау, такой. Да фигня, но вот, блин. Просто на это времени не так много есть. Хотя на Новый год, в принципе, время будет сейчас. Можно сказать. Я не знаю, вот у меня с 30 по 14 каникулы, так, чисто... Я вот, допустим, могу попробовать взяться, опять же, эти моменты выискивать. То есть сидеть, записывать. Не, ну записывать. А, ну записывать тайм-коды, ну, можно, в принципе. Да. Попробовать можно. Ну, если ты только один этим занимаешься, мне кажется, будет немножко несправедливо. Можно вдвоем посмотреть с тобой. Кот что-то выискивал, может, у меня спросить. Не знаю, он вроде начал заниматься, но не знаю, закончил, не закончил. Ну, точнее, хоть что-то он там сделал, поэтому нет, я даже не знаю. Чё, как там брат-то? Радуется? Сидит, как ты скажешь, напрягся. Уже никаких эмоций, полная сосредоточенность. Да, обижаем.
Но он в основном что-то взрывается, а бочка стоит рядом с ней. Потом либо он стреляет. А он сам в нее стреляет. Ну либо он сам стреляет, либо я в нее стреляю. Засмотрелся. Не понял. Модуль, не помнишь с одного попадания? Ты с броней, что ли? Да. Блин. Вот тебе второе попадание. Так, ну чё, будем дальше играть? Или на этом закончим? Тут 30 секунд осталось. Я думаю, не стоит. Тем более, у меня тут всегда уже осталось. То есть я-то, конечно, потерпел бы, может, но вот... О, крызинайка в полете, как хорошо. Бедный механик, иди поешь, мы тебя отпускаем. Да нет, я в этом смысле. Я, конечно, покушать люблю, но потерпеть тоже надо. Это как картинка, помню, с этим какого. Все, ладно, запись вырубил. Ух. Не, было на самом деле, мне понравилась игра.